Привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня мы вместе с профессионалом будем строить суперзащищенные дома и пытаться в них проникнуть. Да, ребят, всем привет! Вот, короче говоря, давай уже будем расходиться, иди вот туда, вот у тебя там есть место, а я буду строить свой суперзащищенный дом прямо здесь. И, короче, ребята, смотрите, сколько я разных вещей приготовил. Это все ловушки, я их сейчас буду строить. Буду строить дом, конечно же, из земли, потому что я люблю земельку. И давайте, как только я все построю, покажу вам это. И я уверен, что профессионал никогда не проникнет в мой дом. Смотрите, он, кстати, что-то уже строить начал. Вот лошара. Ну что же, вот, наконец-то я уже построил свой суперзащищенный дом. Смотрите, здесь у меня есть вот такие вот шипы, потом лава, а потом там стоят вот такие вот крутые невидимые блоки, и как только профессионал сюда наступит, он тут же упадет в лаву. Потом, короче, как только он проникнет куда-нибудь вот сюда, захочет, например, пойти вот в эту дверку, опа, видали? Ему, короче, кинется зелька отравления, и он, короче, умрет. Вот. Ну, а напоследок я оставил для него супер ловушку под названием огурец. Он, короче, добрый, и он охраняет мой дом, поэтому как только профессионал сюда заберется, этот огурец его уничтожит, да. И на самом-то деле у меня еще много ловушек, которые я уже покажу немножко попозже, поэтому что же, давайте я позову профессионала и посмотрим, как он пройдет эту защиту. Эй, профессионал, иди сюда, давай, попробуй пройти мои супер ловушки. Чё, ну бас, ты уже готов, уже все построил, да? Да-да-да, ты никогда не пройдешь мой суперзащищенный дом. Ты думаешь, что я через эти дурацкие шипы перепрыгнуть не смогу, да? А, конечно, не сможешь, давай, попробуй. Опа, прыжок! Ой, куда я упал, дурацкая лава? Вот, блин, ну бас, дурацкий. Лошара, чё, думала, все так просто, да, давай, попробуй еще раз прыгнуть. Со второй попытки я перепрыгнул, опа, вот так вот перепрыгнул. Эй, не понял, куда я попал, что это за фигня? Да-да, профессионал, это невидимые блоки. Ты офигел, что ли? Я думал, у тебя всего лишь один слой лавы, а тут их оказалось два. Конечно, два, давай, попрыгай еще немного. А я попробую вот так вот сделать, смотри, ну бас, я сейчас просто перепрыгну. Давай, перепрыгни, ничего от тебя не получится. Опа, все, вот так вот я перепрыгнул. Ничего себе, ты, конечно, крутой. Ну давай, попробуй зайти вот сюда вот в дверьку, видишь, она открыта. Ух ты, ничего себе, ну бас, у тебя тут целых две двери. Ну я, пожалуй, сначала в эту войду, надеюсь, тут нету никаких ловушек. Что за дурацкая зелька, туда куда я упал? Лошара попался дважды в ловушку. Ну ничего, сейчас я просто эти зельки отсюда просто сейчас уберу, так осторожно, вот так вот, оп. Давай, убирай. Ну блин, опять у меня эта штука, а все, они закончились, понял, лошара, и я даже не умер, я сейчас просто сейчас подойду туда. И что тогда будет? Вот, видишь, у меня отравление закончилось, сейчас я вот так вот потихоньку пройду и... Я не понял, куда я упал, это что за фигня такая? А да, это еще одна ловушечка специально для тебя, а что ты думал, все так просто, да? Да, я думал, ты, ну бас, вообще ловушки строить не умеешь, они у тебя на каждом шагу, просто пипец. Конечно, ну смотри, тут есть еще одна вторая дверька, может быть она нормальная, попробуй. Ну да, я думаю, эта дверь будет получше, потому что она деревянная и тут никакой защиты нету. Опа, вот так вот прыгаем, так потихонечку заходим, что за бред, тут просто на каждом шагу эти дурацкие лавы. А, да, так тебе и надо. Ну смотри, ты можешь просто попытаться перепрыгнуть, и все, ты в мой дом войдешь. Ну тогда ладно, сейчас я потихоньку эту штуку перепрыгну, вот так, отлично. Вот так вот закрываем дверь, и чё тут? И чё, видишь, раздатчик, да? Это что такое? Это твоя смерть! Нет, выйдите отсюда нафиг, не надо! А, куда я упал опять? Лошара, застрелял тебя этими стрелами, понял? Ничего, ты меня больше не застреляешь, это мои стрелы, понял, лошара? Ай! Ну и чё, ты все равно здесь никуда не пройдешь, понял, да? Я сейчас вот так вот возьму и отстреляю тебя, понял? У тебя ловушка не работает, ты дурацкий нубас. А, да, сам ты, лошара, я тебя просто застрелил. Ладно, знаешь, у меня как бы нету тут входов таких вот, поэтому я тебе могу дать джетпак, чтобы ты ко мне залетел, хочешь? Ничего себе, джетпак. Я давно на джетпаках не летал, конечно, хочу. Ну вот, держи, сейчас я постараюсь тебе его вот так вот кинуть. Опа! Ничего себе, какой джетпак. Погоди, мне кажется, я на таком уже летал когда-то. Не, это нормальный джетпак, он вообще высоко летает. Надевай и лети давай ко мне. Полетели, уи! Это что такое, блин, это опять дурацкий джетпак-ловушка, я уже как-то попадался.
Да-да-да, это джетпак-ловушка, ты взорвался. Ненавижу эти дурацкие джетпаки. Блин, и чё, куда мне проникать-то, я не знаю. Сейчас я обойду твой дом, короче, и тут по-любому есть какие-нибудь потайные проходы, да? А, ну не знаю, не знаю. Можешь, конечно, попробовать. Вот, держите снежки. Снежки? Слышь, не надо, я, короче, вот сейчас вот перепрыгнул здесь. Вот ты же не против, да? Да, конечно, не против. Давай, прыгай. Лошара, да, кто тут лошара-то взял, упал опять в эту же ловушку уже третий раз. Ну сейчас со второй попытки я точно сюда перепрыгну. Опа, вот так вот, супер просто. Ну и чё, перепрыгнул, а что дальше ты хочешь сделать? Я не знаю, блин, мне кажется, у тебя тут есть какой-нибудь проходик. О, ничего себе, где это я нахожусь? Я не знаю, где ты находишься. Ладно, ладно, ты нашел мой проход. Ну, давай, проходи дальше. Отлично, я у тебя дома, ну, бас, понял, ты проиграл. Лошара, это кто такой? Это что? Отлично, мой огурец тебя уничтожил. Какой нафиг огурец? Ты что, у себя дома криперов держишь? Ну, ты ненормальный, конечно. Мой охранник тебя уничтожил. Че, хочешь с ним разобраться, что ли? Да, я сейчас с ним разберусь вообще очень даже легко. Где этот дурацкий твой проход? Иди сюда, дурацкий крипер, охранник. Сейчас я его просто в лаву скину, вот так вот. Эй, ты че моего охранника скинул? Блин, я сам упал. Ха, лошара. Пошел нафиг твой дурацкий дом. Я больше туда ни ногой не сунусь. Там ловушки на каждом шагу и криперы домашние. Ну ладно, ладно. Давай последний раз попробуй пройти через мои ловушки. Последний раз, ну давай, опа, получай, дурацкий нубас. На тебе снежками, понял? Я не понял, ты дурацкий нубас, все, я больше никогда в жизни сюда не сунусь, твой дурацкий нубский земляной дом, лошара. Да-да-да, все, отлично, ребята, я затроллил этого профессионала. Ну, давай теперь тогда я попытаюсь пройти твои ловушки дурацкие. Ты ничего не сможешь, у меня намного круче ловушки, чем твои дурацкие земляные. Ну, посмотрим. Ну чё, Нубас, ты готов? Потому что тебе сейчас придется сражаться сразу с двумя профессионалами. Да вообще легко. Чё ты думаешь, самый крутой поставил здесь какого-то профессионала, лучника? И у меня тоже есть лук, сейчас его застрелю. Слышь, ты чё, офигел? Не трогай моего профессионала. А, да, всё, сейчас ему пипец будет. Блин, у меня стрелы закончились. А, ну ты лошара, ты никогда не пройдешь через этот двойной слой шипов, а? Да вообще легко, смотри, оп, раз, два, и все. Ай, блин! А, ничего себе, тебя профессионал застрелил, ну ты лошара. Вообще-то меня шипы уничтожили, ну, надо с этим профессионалом дурацким разобраться, а то он меня уже бесит. А ну-ка иди сюда, лошара, ой! Ага, ты даже допрыгнуть до него не можешь, лошара. Пипец, конечно, я куда-то упал, у тебя вот невидимые блоки какие-то стоят, это вообще не круто. Ну все, почему я его опять ударять не могу? Ладно, я его сейчас скину в лаву. Иди отсюда, дурацкий профессионал. На, ха-ха. Слышь, ты чё, офигел? Моего профессионала убил. Ну ты злой, конечно, Нубас. Это он был злой, меня стрелял вообще-то. Ну все, сейчас я пройду вообще за секунду, что? Ты даже на первый проход просто пройти не можешь, лошара. Сам ты не можешь. Опа, все, отлично, я здесь. А чё у тебя двери-то нету? Как я проходить-то буду? А, так у меня нету входа в дом, ты должен постараться найти тайный проход. Какой тайный проход? А это что за раздатчики? Ой, блин, это стрелы, это ловушки дурацкие. Да-да-да, они тебе мешать будут. Ладно, может быть где-то здесь, может тут какой-нибудь потайной проход? Нет, вроде тут тоже невидимые блоки. О, стой, я что нашел? А ничего себе, я нашел твой потайной проход. Слушай, ничего ты не нашел, там ничего нету, не входи туда. А я пошел, все, давай. О, блин, тут ловушка. Ага, лошара, ты думал, что настолько легко туда пройти, да? Конечно, легко, блин, это нечестно. Ой, ну и ладно, сейчас я тогда просто вот так возьму, через крышу залезу к тебе. Ты тут зачем-то дурацкие лестницы поставил. И как дальше-то? О, блин, тут еще какая-то фигня. У меня тут просто на каждом шагу ловушки, ну, бас, даже на крыше. Дурацкие невидимые блоки, блин. Ну и ладно, сейчас я обойду тогда твой дом, посмотрю, что там находится. Может быть, там проход. О, так тут дверь есть, ты что мне сразу не сказал? Только не... Что ты некаешь? Я пошел. А, что за фигня? А, дурацкий нубас в очередную ловушку попался. Ты думал, так легко будет в эту дверь пройти, да? Конечно, легко, блин. Ты там поставил какой-то дурацкий блок. Ну и ладно, я сейчас тогда заново здесь пройду. Че ты свои наковальни ставишь, а, лошара? Ой, паук, отстань! Фу-фу, плохой! Не-не-не, все, я пошел. Опа! Ха, отлично, я прошел. Слышь, ты что, прошел через мою защиту, ты офигел, что ли? Вообще легкая защита. О, блин, я упал опять в эту же ловушку. Лошара, ты забыл, в ту же самую ловушку второй раз попался.
Всем привет, друзья, меня зовут Компот, и добро пожаловать на мое новогоднее видео. Если вы не смотрели предыдущее видео, то обязательно посмотрите, ребят. Оно очень важное и очень крутое, ведь именно в нем мы построили мой новый новогодний домик, так сказать, в котором я и буду отмечать Новый год в этом году, ребята. Вот такой вот домик получился, и я показал, как построить себе точно такой же, ребят, поэтому обязательно посмотрите это видео.